Всем привет! Сегодня я хочу показать очень эффективное упражнение, благодаря которому вы быстро сможете подтянуть, прокачать внутреннюю поверхность бедра, так как это самая проблемная зона у женщин, особенно когда мы худеем, это дряблость у нас в области трицепса и дряблость в области внутренней поверхности ног. Так вот, я покажу упражнение. Делайте его 30 дней, и через 30 дней вы будете в восторге от своих ног. Я тоже сегодня нашла его на YouTube, начала делать и просто в восторге. Я чувствую, как у меня включилась в работу эта мышца, и я уже прям чувствую, как у меня забиваются ноги. Не будем долго говорить. Встаем в позу плие, ноги как можно дальше, носочки мы расставляем в сторону по диагонали, сели вот в такую статику, руки за головой, держим. Вы почувствуете, как включилась в работу вот эта самая проблемная мышца. И теперь ноги начинают трястись, но мы стоим, мы не падаем, мы стоим и начинаем делать наклоны. Здесь мы еще и прорабатываем косые мышцы живота, косые мышцы пресса. И теперь стараемся рукой достать до пятки. Фу, мы как бы немного отвлекаемся этим движением от основного нашего упражнения. Фу, ноги горят, трясутся. Здесь, девочки, еще что хорошо? Работают органы малого таза, ягодицы, внутренняя поверхность. И что самое для нас важно, это нижняя часть живота и подтягиваются хорошо половые органы. Еще раз посмотрите, сели в позу плие, руки за головой и начинаем делать наклоны. Чем ниже вы сядете, тем лучше. Это очень эффективное упражнение. И добавляем еще раз руки. Стараемся достать до пятки. Сидим, сидим до последнего. Делайте 30 дней. Сколько сможете? По одной минуте, по две минуты. Фух, вот теперь я чувствую, как у меня в статике вот здесь забились ноги. Фух, можно еще добавить, если вам не сложно. Добавьте статику вот в таком положении. Здесь работает также задняя поверхность ног. И стоим сколько сможем. 20 секунд, 30 секунд, спина плотно прижата, ноги под прямым углом. Здесь у нас забивается и передняя часть, и задняя, и ягодица. Фу, фу, фу. Все, встряхнули ноги. Можно сделать 2-3 подхода, но самое главное, не ленитесь. Вставайте и делайте. А кто еще, кроме вас, сделает ваше тело красивым? Я вот, посмотрите, мой животик. А теперь работаю над своей проблемной следующей зоной. Пока